Пока ехали в Саткинском районе, увидели печи для обжига известняка. Построены они в 1961 году, судя по всему. Там написано. Нас же тянет всегда на разруху. Мы не ищем легких путей. Заглянем внутрь. Стена уже начала рушиться от высоких температур. Жутковатенько здесь стоять. Мы приехали на гидроэлектростанцию. Пороги. Дальше я вам покажу небольшой обзорчик этого места. Сюда все приезжают пофотографироваться, потому что кадры получаются очень необычные. И снова разруха. Везде разруха. Желающих пофотографироваться сюда приезжает, правда, очень много. Я думала, мы одни такие ненормальные на пороге едем ради фотографий, но нет. Так что переходите в Инстаграм, смотрите, какие фотографии получились. Ставьте лайки, пишите комментарии.